А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти и подписаться на этот канал. На нем вы сможете найти различные мини-игры, много стримов и также прохождение различных игр. Если вы заинтересованы, то ссылочка в описании. Заходите, подписывайтесь, ждите новых видео. Всем приятного просмотра. Ребята, я хотел бы вам сказать то, что новая серия Pixelmon выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Когда это будет завтра, сегодня или через пару минут, или даже может через 2 недели, зависит только от вас. Если хотите видеть новую серию Pixelmon как можно скорее, просто поставьте лайк. На предыдущей серии мы набрали нормальное количество лайков, поэтому эта серия вышла, получается так. Но следующая выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Надеюсь на ваше понимание, на вашу поддержку и... всем приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в нашу новую серию с нашими офигенными приключениями в мире покемонов. Что мы будем делать в этой серии? Во-первых, как я сейчас вижу, у нас уже сейчас закат, поэтому, если подписчики мне правильно написали мои координаты, сейчас мы, конечно, посмотрим вот это, то тут должна быть вот та поляна, где находится Райкваза. Ну, как бы, где она должна спавниться, да? Вот вроде за этой горой, да? Да. Замечательно, спасибо, кто это написал. Просто видите, вот сейчас мы сюда пришли, а карта тут почему-то закрыта. Вот. Мы сюда пришли, а карта тут закрыта. И хрен поймешь, почему. Ну, ладно. Будем считать. Хотя не будем ни хрена считать, потому что я не знаю, почему эта карта опять закрывается, опять ее нужно открывать. Ладно. Что мы будем делать в этой серии, ребята? Должина еще нужно прокачать, Электабазу еще 2 уровня нужно прокачать, Хантера, Мака. То есть смотрите, в этой серии, если мы круто постараемся... Так, 2000 минус 1300, вроде вот так. Если мы круто постараемся, то в этой серии мы сможем выложить 1, 2, 3, 4 покемона. Если мы вот сейчас этих покемонов выложим, то мы, может, еще новых сможем взять и новых тоже выложить. Посмотрим. Ох, Мэджикарп, я бы тебя, конечно, убил, но ты очень... Опа, вот это босс там. Но давайте сначала мы Драгунайта запинаем. Я бы очень хотел его запинать, только я по нему что-то не попадаю. А, вот, замечательно. Ух, ни хрена себе. Ни хрена себе тут боссов. Так, ух, мне почему-то кажется, что мы сейчас прокачаем нашего Электабаза. Вам так не кажется, ребят? А, вот мне кажется. Ну, хотя, вроде нет. Ну, нападай, ладно, так уж и быть. Нападай. Так, замечательно, Драгунайт у нас уже... Окей, хил. Мне сказали на Драгунайта выучить Тандерболт. Изучается, круто, спасибо, кто это сказал. Круто, круто, круто. Давайте вот так, хрен его знает. Так, ну что? А, Электабас уже 40-й... Ой-ой-ой, нет, нет, ребята. Единственный экспершер в этом сезоне, я его и то выкидываю. Вот тут Кута. Вот тут Кута, ребята, на этом острове. Круто. Потому что, действительно, с Тандерболтом мы тут многое сможем начудить. Потому что тут в основном только водные покемоны и... Практически с одного удара мы их убиваем. С одного и иногда с двух. И да, вот эволюция Должина. Но его и так сейчас уже нужно будет прокачивать до 45 уровня, потому что у него эволюция больше, чем на 40 уровне. Поэтому мы его не перекачали, а так и нужно. Так, замечательно. Реуниклус. Так, это чтобы вот это, давайте. Фух, что за стены, нахрен опять невидимые. Давайте постараемся к утру нашего Реуникруса нафиг прокачать к 45 уровню. К 45 уровню. И когда наступит утро, мы опять сбегаем быстро... твою мать, эти невидимые стены. Мы опять сбегаем быстренько туда, где спавнится Райкваза, проведаем... Ребят, это заколебали эти стены. Может, вам кажется, что я прикалываюсь, но я действительно, там стены какие-то невидимые стоят, и я просто-напросто не могу пройти через них, и так дергается, может, вы заметили. Мы пойдем посмотрим, не появится ли Райкваза, и выложим 4
покемона, ребята. Целых 4 покемона. Может, даже мы успеем не к утру, а может, вот сейчас за ночь мы уже успеем и пойдем и сразу прокачаем двух покемонов, точнее, эволюционируем двух покемонов, Хантера в Генгара и Электабаза в Электривайра. Это, конечно же, нам нужно все сделать, чтобы засчиталось, как будто мы прокачали одного покемона. Вот я сейчас смотрю, что-то как-то больше нормальных покемонов нет, в смысле, больших уровней нету. Ну вот этот, но этого мы, конечно, не так уж и сильно бьем. Плюс к тому, ребята, не забываем то, что в этой серии мы выкладываем 4 покемона, но плюс к тому у нас остается 10 Блисси. Поэтому мы еще успеем взять еще парочку новых покемонов, и мы, может, еще и их успеем прокачать. Поэтому мы в этой серии, может, выложим даже не 5 покемонов, а может даже 6 или 7, посмотрим. Главное сначала вот этих докачать. Слушайте. А у нас тогда уже, наверное, 5-й бокс будет заполнен полностью. То есть мы приступим к 6-му боксу. Вроде да. И вот, замечательно, ребята. У нас эволюция. Наш Драгонайт уже 60-й уровень. Скоро мы его будем выкладывать. Да, скоро мы его будем выкладывать. Взяли в предыдущей серии, скоро мы его будем уже выкладывать. И что? Удаляем Хантера. Удаляем Хантера, удаляем Электабаза. Так, сейчас покегив Генгар, левел 40. И Генгар у нас, может, тоже будет капитаном, ребята, если мы до того времени еще сезон не закончим, да? Так, и Электривайр мне тоже очень нравится. Электабаз, Элективайр, левел 40. Ну что, так, опять вот эти клавиши не работают, я их переставлю быстренько. Так, переставил, и давайте смотрим, кого мы выкладываем. Мак, Шайни, понос какой-то, Генгар. Дальше, сейчас этих мы уберем. Элективайр, вот он. И Реуникус. Вот, замечательно. 4 покемона мы выкладываем на начале серии, в 5-м боксе. Фу, так, маг уходит, приходит киндера прокачанный, визин прокачанный, крутой перс прокачанный. А, все, мы заполнили 5-й бокс, ребята, мы уже его заполнили. Замечательно. Дальше. 6-й бокс. Фу, Генгара выкладываем вместо. Ну вот тут куча вот этих покемонов, они как бы у нас уже есть. Просто это как бы их улучшенная версия, это как бы шайни покемоны, но обычные покемоны у нас уже есть, а шайни как бы нету, поэтому я пока что не знаю. Ну давайте возьмем Сваблю, потому что Сваблю у нас ни шайни, ни обычной нету. Элективайра давайте возьмем рыбочку, потому что рыбки у нас никакой ни обычной, ни шайни нету. И так, вместо Реуникуса, ребята, мы возьмем... Давайте Винаута. Пускай будет. И в нашем шестом боксе уже прокачанных 4 покемона. Ребята, вот как раз-то сейчас мне пригодится ваша помощь. Потому что, смотрите, у нас все, у нас уже покемонов толком не осталось. Все. Это уже шайни-экземпляры, которые у нас есть обычные покемоны, но это как бы уже шайни-покемоны. Еще и селеби сюда. Вот так. Это как бы шайни-покемоны. Поэтому, ребята, это в какой-то степени и хреново, потому что обычных покемонов у нас уже нету. А я, если честно, даже не имею ни малейшего понятия, кого у нас еще нету. Не знаю, ну вот честно, ребята, не имею ни малейшего понятия. Что у вас тут, наши друзья, творится? Ну, ага, замечательно. Ну вы там размножайтесь, любите друг друга, размножайтесь. А мы пойдем, наверное, дальше на прокачку. Тачку, это Саблей. Тачку на прокачку, кто помнит эту передачу. Так, это нам сюда. Да, это нам сюда, Sunflower Plains. Просто сейчас с рассвета я как раз, ребята, так смотрю. Вдруг Райкваза, вдруг да не вдруг, но все же. Вот как раз там еще действительно куча покемонов. Ну как, где-то около 10%. Давайте как раз посмотрим. Achievements. Вот так.
Сколько у нас? 80%. А, у нас уже 90% заполненных. Ни хрена себе, я даже вот как-то... вот тот раз, когда нам написало, что у нас 90% прокачанных, я, если честно, даже как-то заметил вот это нахрен. Ну ладно. Осталось, ребята, 100%. Осталось 100%. А я, если честно, не представляю, кто. Ну, Мьюту, Райкваза. Это уже два покемона. Опять в земле, иди ты в жопу. Ребята, я не знаю, честное слово. Вот сейчас мне нужна ваша... А, нет, знаю. Вру, знаю. Да ладно, иди ты в нафиг. Знаю. Точно одного знаю, кого у нас нету. Покеспаун. Спаун. Сиджилив. Вот кого у нас нету, ребята. Сиджилив. Так, еще раз давайте. Покеспаун. Сиджилив. Так, замечательно. Это у нас там кто? Голубат в земле. Иди нафиг. Ну, как я знаю, Сиджилив у нас спавнится только то ли на закате, то ли ночью, что-то в этом роде. Но хреновенько то, ребята, хреновенько то, что нам нужно найти определенную местность в... Опа, ну тут мы уже, наверное, были. Нам нужно найти определенную местность в пустыне, то есть нужно найти специальную пустыню, то есть... Desert M, вроде она называется. Поэтому, ребята, мы, наверное, сейчас этим будем заниматься, поиском этой пустыни, потому что без этой пустыни мы никак не сможем словить покемона, которого у нас не хватает. Но все же, смотрите, кого у нас не хватает? Ну, сейчас Мачлакса, Флаффа, Иглибафа, которого мы вылупим. Дальше, Райкваза, Мьюту, Сиджилив, Пуригоны. Точно, ребята, Пуригоны. Мы начнем делать себе... компьютеры, и с помощью компьютеров мы, ребята, будем спавнить себе Пуригона. Я надеюсь, что он заспавнится. И как только мы это сделаем, то будет очень круто, потому что там сразу вроде несколько Пуригонов есть. И это очень круто, ребята. Я еще знаю одного покемона, которого вообще нету ни спавна, ни спаривания вроде. Это как, например, у Магби. Это вроде Тирок какой-то. Первая эволюция Хитмонтопа, Хитмонли и Хитмончана, да? Поэтому, ребята, мы потом его тоже себе... О, Desert M! Вот, Desert M, нашли. Ух... Лучше все-таки в этой серии, сколько у нас уже там, серия вроде нормально длится, лучше все-таки в этой серии мы... Так, нужно запомнить. Лучше в этой серии мы словим, попытаемся хотя бы найти Сиджилифа, потому что, ребята, если мы сейчас выйдем без того, без ловли Сиджилифа, то в следующей серии у нас уже вот эта карта опять закроется, нам опять заново нужно будет искать вот эту территорию, поэтому хрен его знает. Так, зачем я сюда пришел? 10 Блисси нам нужно убить, но может давайте 10 Блисси мы переложим на следующую часть. А сейчас, ребята, вот прям действительно подумайте, пожалуйста, потому что я без вашей помощи не обойдусь, я не знаю, кого у меня не хватает. Честно. Честно, прям честно. Я не знаю, кого у меня не хватает. Ну вот эти, что я только что перечислил. Мачлаксы, Сиджилиф и вот эти все покемоны, да. Но чтобы заполнить 100%, то, ребята, если так у нас уже... Я не знаю, каких покемонов у меня не хватает. И, в принципе, я даже не могу вспомнить, кто. То, по сути, мы даже закончим к 150-й серии. И новый сезон Пиксельмона начнется быстрее, хрен его знает. Точно. Знаете, что я вспомнил, ребята? То, что... Давайте посмотрим фоссилы. Я не знаю, все ли у нас есть фоссилы. Нам нужно пойти в пустыню вечером на закате, поэтому к закату у нас еще есть куча времени. И за это время давайте мы посмотрим, прочекаем полностью весь наш компьютер и посмотрим, не пропустили мы какого-то покемона, может, мы не докачали кого-то, и, в принципе, сейчас посмотрим. Давайте, ребята, смотрим сначала фоссилы покемонов. Если я их пропущу... Пласл. У нас нету вроде Майнуна. Вот это нужно запомнить. Майнун. Вот так. Смотрим.
Ну тут смотрите, Райчу 34 уровень, его бы было классно к 36 прокачать. Эмфорус 36, его бы было классно к 40 прокачать. Но смотрите, если мы заспавним, хотя фиг его знает. Ребят, потом посмотрим. Пока что давайте вот этих покемонов прокачивать, которые у нас есть. Смотрим их все эволюции. Через Зорарк 41 нужно бы было к 45, чтобы было, знаете, такие четные числа. Зорарк 40 уровню. Ну вот смотрите, у нас есть Кабутопс. Кабутопс, да? Вот так, Кабутопс. Дальше, Эмбар, Лифион, Рапидаш, Свамперт, Самурот. Свамперта тоже лучше бы было к 80-му прокачать, или даже к 100-му, да? Потому что это как бы наш капитан был. Ну, легенды у нас тут есть. Флайгон противный, голос его противный. Желтион, Соломенс. Те, кто мне много людей прям нафиг писало, что, мол, Эдисон, у тебя нету Соломенса. Вот, Сала у нас есть, конечно же, Сала есть. Так, смотрим, ребята, смотрим, кричим, если я кого-то пропущу. Каракоста. Дальше. Шайни Метагросс, Шакл, Голем, Октилери, Урсаринг, Магмуртар, Сайзер, Шанделур, ага. Ну, во втором боксе больше никого нету. Пипинсер, Ноктавл, ага. Спенс, Стараптор, Янмега, Хитмонтоп, Шайни, нифига себе. Гигалифт, Рампардос. Рампардос. Это третий бокс, да? Да. Рампардос, Электрод, Саблей, Экзегьютор, Яички, Стантлер, точнее эволюция уже яичек, Сикинг, Райпериор. Так, дальше. Бишарп Лукарио, наш капитан, ребята, старый, 100 уровень. Он уже был вроде пару капитанов назад, хотя нет. Сейчас у нас Драгонайт, Глайскор и Лукарио, да, если в обратном отчете. И также Гроудон у нас был, Бастиодон. Бастиодон. Какой четвертый, да? Аэродактиль. Не знаю, правильно, неправильно, но все же. Четвертый, вот. Дивгонг, Нидоквин, Антей, Анжелка, Тайфлоужен, Суикуны тут. Так, смотрим. Арчиопс. Арчиопс. Пипопс. Дальше, кто у нас идет? Нет, вот сюда. Пипопс. Смиргл. Ну, вроде все, вроде больше у нас никого нету. Ага, смотрите, Магмуртар 45 уровень. И Магмуртар вот тут у нас есть. Ага, нет, это Эмбуар. А я где-то вроде еще его видел, то ли мне показалось. Это я, мне, наверное, просто-напросто показалось. Крокодайл. Ага, ага. Не, ребята, мне вроде показалось. Ну, Байнуна я, если честно, пока что не заметил. Вот, Почерис. Эмолга, точнее. Майнуна вроде, ребята, это нужно запомнить. Дуду, ага. Ну вот тут, вот смотрите, вот тут еще Дудуо Шайни и Додрио в пятом боксе. Дудуо нужно, наверное, сюда переложить. Генгара, например, или вот это сюда, чтобы у нас тут полностью был заполнен бокс. Это сюда, допустим, это сюда. Хитмонник, Кьогр. Дальше Хитмон, ага. Смотрим, ребята, смотрим. Вроде все, да? Киндлер, Парасект, Блисси, Ликитунг, Бедрил. Ага, 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 вроде все, вроде все. Ну что ж, посмотрим. Кабутопс, Каракоста, Рампардос, Бастиодон, Аэродактиль, Арчиопс. 6. А там вроде 8, если я помню. Давайте посмотрим, потому что, честное слово, я не знаю. Вот тут, да? Где тут идет? Вот. 1, 2, 3... 4, нет, Лили это нету. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну вот, действительно, у нас нету несколько покемонов. У нас Анорита нету. Анорита, ребята, нету. И у нас вроде нету Кабуто. У нас вроде Омонайта нету.
Вроде да, Обонайт и Анорит. То есть, видите, ребята, мы еще двух покемонов вспомнили, которых у нас нету. Это круто, это очень круто, потому что в какой-то степени круто, но в какой-то не очень, потому что Майнун. Вот он. А потому что нам нужно будет сейчас идти опять в океан и искать там очень много покемонов. Так. Да, Майнуна у нас нету. Что очень обидное, то что у нас уже практически кончаются боллы, а на конце сезона не очень бы нафиг хотелось... Не очень бы хотелось тебе опять пару стаков вот этих болов делать. Так, давайте быстренько. 900 минус 1200. 975 минус 1200. Вот так. CG Leaf. Вот он. Вот он, вот он, вот он, вот он. Эмбор, здрасте. Но ты нам не нужен. CG Leaf-ушка, CG Leaf-ушка. Опа. Это очень круто, что мы его нашли в этой серии, ребята. Очень круто, очень-очень-очень. Фух. Зря я, наверное, левелболом ставил, ну да ладно. CG Leaf'а и Майнуна. Мы нашли... А хотя нет, словился. Мы нашли двух покемонов, которых у нас не хватает. То есть мы на два покемона еще больше запомнили... Заполнили наш покедекс. Это круто. И также мы еще знаем еще двух покемонов, которых у нас не хватает. Это... Конечно же, Анорит и Омонайт, и также Пуригоны. Но все же, ребят, я буду благодарен, если вы также мне напишите, каких у меня еще покемонов нет, потому что тут осталось практически несколько покемонов, и я даже не знаю, кто. Потом посмотрим, ребята. Ну, то, что я знаю, что покедекс заполняется, когда... О, яйцо уже треснуло. То, что когда у тебя есть все эволюции... Лунатон. Иди ты нафиг. А когда у нас есть все эволюции, точнее, если у нас, например, есть Пикачу, есть Райчу, а Пичу нету, то как бы 100% покедекса никак не может быть. Поэтому еще нужно будет потом покедекс скрафтить и смотреть, кого у нас нету. Ребята, на этом мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Новая серия выйдет тогда, когда вот это наберет 500 лайков. А, вступайте в нашу банду крутых персов. Все, что от вас требуется, напросто... Просто на меня подписаться, вы вступайте в нашу большую семью моих подписчиков, крутых перцев, буду очень этому благодарен. Также не забываем ставить лайки, подписываться на мой канал, еще раз скажу, и комментировать. Я читаю каждый ваш комментарий, ну прям каждый ваш комментарий, на какие-то отвечаю, на какие-то нет, зависимо от вашего комментария. Поэтому также не забываем оставлять комментарии. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.